доставка. Я, конечно, такая вот, я не могу успокоиться. Я опять назаказывала скимса себе. Распаковывать будем сейчас. Ну-ка. Прикольное оформление такое. Опс. В этот раз я знала, какие носки заказывать, потому что я их попробовала как раз в прошлый раз. И что тут есть у нас интересного? Ну, давайте смотреть. Вот эти носки оказались офигенные. То есть я взяла всех цветов теперь, которые там были. Потому что они прям спускаются на ноге, вязаные, их прям с ботами очень круто носить. Другие носки, которые брала, ужасные. Один раз постирала, все в катышках. Это топ к такому, к тем штанам, которые я брала. Такой немножко как будто застиранный. Это я Энджику взяла, значит, как у меня штанишки. То есть они такие с лого, Skims. На ее размер тоже на детский есть. Это такой вот как бы платье-сорочка. Платье-сорочка. Я даже не знаю, сорочка это или платье. Было заявлено как платье, но... Вот, такое. Это длинное платье. То есть, получается, оно прям по фигуре. И вот такого цвета. Такой топчик прикольный. Вот. И шортики, чтобы вот сзади, если, допустим, с глубоким вырезом, я еще пока не мерила, посмотрим.